У одного студента уклонение от профилактической флюорографических обследований. Два года подряд тетя знакомая, медицинский работник, штамповала прохождение флюорографического обследования. К сожалению, следует отметить, что уровень подготовки наших молодых медицинских работников или врачей-терапевтов в общем направлении очень низок. И зачастую эти врачи на ранней стадии не могут определить, что обратившийся к ним больной имеет уже форму заболевания туберкулеза. Если мы сейчас не подготовим, не расскажем, не проведем разъяснительную работу среди студенчества об опасности именно этого заболевания, то через несколько лет мы получим не 22% роста за год, а будем получать 60-70%. Какая акция? Это акция, которую проводит Управление внутренних дел. Если заслушаться выявление туберкулеза среди... Сейчас работаем с этой ПП, этой программе. У нас обследуется. И то же самое я хочу сказать, это нам оказывается...